Среди молодежи с каждым днем становятся все популярнее разные танцевальные стили и направления. Но не каждый танцор будет их демонстрировать окружающим и тем более под объективами фотокамер. На этой неделе удивить жителей необычными танцевальными элементами на улице города вышли славянские гимнастки. С подробностями наши корреспонденты. Флешмоб в Славянске на Кубани. На улицах города молодые танцоры показывают свое творчество, тем самым удивляя прохожих. Главная цель этого выхода – показать окружающим, что движение – это жизнь. Яна Дробедько занимается танцами с элементами гимнастики уже больше года. Говорит, решила заняться таким видом творчества, чтобы придать себе уверенности, научиться сложным элементам, чтобы потом участвовать в различных чемпионатах и завоевывать награды. Идея выхода в город, чтобы танцевать на улицах, принадлежит именно ей. Мы выходим, чтобы доказать молодежи, что намного интереснее не сидеть дома за интернетом, а чем-то заниматься, тем, что тебе нравится. Вместе с Яной и ее коллеги по танцам. Такие флешмобы они организовывают не в первый раз. Самое главное – запечатлеть танцоров на фоне узнаваемых видов города. Ведь потом создатели проекта выкладывают их в интернет, чтобы как можно больше людей узнали, что у нас в городе есть такие необычные, интересные проекты. Татьяна Маркина считает, что помимо того, что они своим примером показывают молодежи, что нужно чем-то увлекаться, это своего рода тренировка на свежем воздухе. Мы хотим показать людям, что нужно не только сидеть дома у телевизора, можно выходить, танцевать любое время, как пожелает душа, и вообще показывать миру свои способности и свое увлечение. Прохожие реагировали по-разному. Кто-то посчитает танцы на улице глупым и ненужным занятием, а кто-то после этого захочет научиться танцевать. В любом случае, это лучше, чем тратить свое время на компьютерные игры, телевизор и интернет. Танцы – это движение, спорт, красота, а значит и крепкое здоровье. Дина Копачевская, Александр Косицын. Программа «События».